Эдичка, Эдичка, смотри, какое красивое море. А подсади, подсади, ни хрена не вижу. Подсади. Давай, меня. Садись. Да, дядя, оно говно, идите сюда быстро. Все. Какое мы говно тебе? Какое говно? Заткнись, малой, быстро в угол. Ну. Эдичка, ты лучше не спорь с папой. Так, ладно, ладно, садимся, садимся, Эдичка. Мы слушаем, папаша, давай. Вы же любите кушать? Ну, да, периодически. А чё? Вы любите жить в теплом домике, кстати, дверь. Кто не закрыл дверь, говно? Ты зашел. Ты. Это вообще не важно, ты должен был закрыть дверь, ты. Давай, не умничай, рассказывай, что дальше? Значит, вы любите поесть, значит, ну, да. Вкусно да. Поесть. Ну, любите жить в теплом домике и спать в теплой ну, кровати. Ну да, дальше, дальше. Ближе к делу. Поэтому быстро вы мне должны помочь сейчас. На работу не пойдем, мы еще слишком маленькие. Лайки скинули быстро. Ой, ну, лайки, держи лайки, на тебе кучу лайков. Ну, на. Должно быть очень много лайков, это первое. Второе, нам нужны бабки, потому что сейчас кризис, денег нет, поэтому сейчас... Вы держитесь, но денег нет, короче. Но мы сейчас будем грабить, короче, знаете кого? Ну. Кого? Мультимиллиардера. Кого именно -то? Филантропа? Тони Старка, Тони Старка, плейбой, филантроп, там все дела. Женечка, мне кажется, немного бухнул. Какой Тони Старк, папа, ты с ума сошел? Что я трезвый? Какой Тони Старк, а? Отвечаю, Железного Человека сейчас пойдем грабить. А чего мы вообще... А мы спрашиваем, что у тебя оружие там есть, что такое? Есть? Ты шо? Ты посмотри на меня, я вообще гангстер. Незаметно. Ладно, на психа больше похоже, не на гангстера. Не, а чё, я не против, я хотела бы... Женечка, Тони Старка ограбить. Он с ума сошёл. Да, пошли, пошли. Да что? Быстро выходим из задания. Прямо сейчас выходим из задания. Быстро. Нас уже ждет вертолет, который я арендовал за 25 копеек. Поехали. Да ладно, пошли. Дверь опять не закрыл, а? А ты ж говно! Да пошли, пошли, веди нас. Ай, пойдем, пойдем. Где я? Давай, наверх, давай. Давай. Не взлетает, все, полетели. Куда, правее, правее. Все, все, да, да, тихо, они нас услышат, все. Дети, это наше первое задание. Женечка, аккуратней, дерево! Я не понимаю, куда я лечу. Я короче, прыгаем. Короче, вот в жопу, я прыгаю. Ааа, парашюта нет. Все, походу, я один грабить сейчас буду, да? Так, дети, короче, сейчас мы будем двигаться очень тихо. Пока папа, я сдохла! Я тоже. Короче, видите охранников? Ага. Смотрите на него. Ни хрена себе, научи нас! Типа вот так. А можно мы, пожалуйста? А ну теперь вы вдвоем сейчас ликвидируют этих двух охранников на счет 3. Я считаю, вы стреляете. Я правого. Да, мой левый. Давай, считай, папа. Давайте. Раз. Два. Два. Три. Ой, я не могу. Да вали ты его! Убила, все. Так, хорошо, так, аккуратненько продвигаемся. Нужно не спалиться на камерах. Камера. Где? Стреляй! Все. Не тратьте патроны, а. Че, мы погнали, заходим. Давай. Аккуратно. Откройте. Что вы делаете? Вы сломали дверь, глупые дети. Че, мать. Женечка, не валяшка, пошли, давай. Так, ладно, значит, аккуратно рассматриваем. Охренел, меня напугал. Так, папа, куда дальше? Да, папа, ты же тут это... Я изучил эту местность. Да, давай. Я гуглил картинки в гугле. Ты что делаешь? Да веди уже нас. Я случайно нажала, не умею этим пользоваться. Стоп. Что там? Есть кто? О. Есть один. Опа. Хрена себе, Женечка, да, давай. Все, продвигаемся, дети, аккуратненько. Так. Все, смотрите, угол прочекаю. Да, давай, чекай. Убери нож, то порежешь, убери. То, я вам хотел показать, что надо, если что, нож доставать. Зачем нож, если у нас пушка есть? Чтобы порнуть папочку. Пошли, хоря орать, а. Давай. А чем мы вообще грабить будем? Костюм или там бабло, не знаю. Мы идем в какое-то хранилище. Я не знаю, что там будет, но я думаю, что там что-то ценное. А сколько бабок-то предложили? Ой-ой-ой! Убейте! Да бейте вы его! Запорукие! Так, ладно, продвигаемся дальше. Оружие. Пошли, давай, веди нас, папа. Громко это было, ладно, нас вроде пока не заметили. Здесь фонтан. Ого, фонтан. Вау, круто, пошли за бабло, какой фонтан. Ладно, давайте, пойдемте. Пошли, Женечка, пошли, давай.
Так, стоп. У нас здесь сейчас будет секретное задание. Значит, смотрите. Сейчас мы должны в рукопашку размотать двух охранников. Все, поехали. Да куда Данил? Поехали? А ну, убивай сюда, говно! Убила! Минус один, минус второй, замечательно. Давай. О, там еще, смотри, там еще какие-то охранники. Че это вообще? Я в вертолете, я улетаю. Так он вертолет! Смотрите здесь. Не летит! Бейте! Да бейте вы его уже нафиг! Убейте! Где? Кого бить? Да не меня же, ай! А, вертолет сломали! Пошли. Так, а дальше куда? Так, ну по идее как бы должен здесь быть проход, но он как-то забаррикадирован. Как его открыть, непонятно. Ну я не знаю, смотри, ты мне что дал, папа? Смотри, это что? Ой, это ТНТ! Это рыбу глушить. Рыбу? А рыбы тут нету, значит мы зря сюда пришли. Давай, Эдичка, ну тогда уходим, давайте, все, погнали. Да ставьте свой ТНТ! Да шучу, давайте, ставьте, взрывом вот эту хрень. Давайте. А как поджигать? Зажигалкой. Ой. Блять. Взрывай меня, Эдичка, взрывай! Ну надо, полностью тебя, вот. Стой там! Вали, папа, вали! Так, подождите-ка. Значит, проход открылся. Вперед. Здесь, кстати, есть какая-то... Стойте! Смотри, там костюмы! Большой. Какой дымоход, папа? А ну, проверишь, что там? Что там? Я не хочу проверять. А здесь, может, есть какой-то спуск? Вот, тут есть красный. Вот, да. Давай. О, замечательно. Давай, не топчитесь, давайте, идите. Так, главное, что нас не спалили. Главное то, что сейчас все хорошо, нет никакой сигнализации. Да, конечно, нету. Слава богу, что нету. Костюмчик! Я тоже не хочу. Давай, Женечка, мы тоже по одному возьмем. Я тоже, я вот этот можно возьму? А я вот этот. Я уже этот взял. А тут ничего нету, тут нету никаких костюмов. На, Женечка, на тебе вот этот. А я самый главный возьму, вот это самый главный. Какой? А вот это, давай. О, нифига себе! Это самая последняя разработка, походу. А мне кажется, он великоват маленько. О, мы можем летать. О, сирена, быстрее! Твою мать! Смотри, куда папа улетел! Быстрее, за папой! Давай! Ну что, полетели быстрее домой, быстрее, пока Тони Старк не вернулся, у него по-моему. Ой, да вы, у вас тупые вы костюмы! Какой Тони Старк? Ничего не слышу, хватит! Поэтому улетаем отсюда, улетаем. Давай, веди нас, папа. Невидимым быть, невидимым. На, говно. А где дом-то, Я за папой лечу. Эдичка, этот папа наш сумасшедший, я больше не пойду. Да, я вообще с ним жить больше не хочу. Пришел, твою мать. Дети, смотрите, я принес бумажки, волшебные бумажки. Я продал свой костюм, и, собственно, теперь у нас много бумажек. Это попу потирать? Да. Ну да, тогда я больше не нужен. Держи. Драк, бумажки, ура. Прикольно. Ну так что, у кого лайки-то крадем? У Эдички. Не, давай папочку, он самый тут. Тогда у папочки, давай. А ну бей его. А ну-ка, забирайте свои какашки, давайте мои бумажки, говно. Я у всех забрал, все. Ой, все, знаете, я пошла, все. Ну и пока, ну и до свидания. Я забираю своего фламинго и усиляюсь. А, лайки-то я забрала, ха-ха, пока. Давай.